Специальное предложение только сегодняшнего дня. Это теплые сезонные сапоги. И это сапоги, которые спасут нас самые трескучие наступающие морозы. Итак, знакомьтесь, сапоги Илидия. 4999 рублей цена. 2400 рублей ваша экономия. Ну и, конечно, бесплатные звонки. И на спецпредложение дня действует еще бесплатная доставка. Слушай, ну вот это на самом деле потрясающее предложение, потому что бренд Марко сегодня нас с вами радует. Белорусское производство, знаменитая фабрика, да, которая много-много лет уже закрепляет свой успех, подтверждая его качеством. И, конечно же, когда мы с вами говорим о бренде Марко, мы говорим о натуральной коже исключительно. Зимние сапоги из натуральной кожи у нас с вами сегодня, причем не просто из натуральной кожи, но еще одна особенность этого бренда белорусского производства – это увеличенная полнота всегда. А это значит, что если у вас есть полнота в ножке, высокий подъем, широкая стопа – это ваш вариант. Успевайте дозвонитесь, количество по такой цене ограничено, и у нас есть размеры от 37 до 42. Лера, давай сразу посоветуем, да, как правильно выбрать размер. Давай, с удовольствием. Ты знаешь, здесь вообще все всегда просто. Бренд Марко – это полноразмерная обувь. То есть мы берем всегда размер в размер. Угу. Даже если у вас размер половинчатый, мы всегда берем размер в размер. Но если, конечно же, исключение, вы очень любите носить толстые вот, шерстяные носки. Вот, кстати, у меня носки. Подружка одна. Она говорит, знаешь, я вот все равно даже зимнюю обувь на меху, на толстом, на плотном, я на шерстяной носочек набрала. Ну, если хочется, знаешь, Оль, тогда можно выбрать на размерчик побольше, только в этом случае. Во всех остальных я вам не советую, потому что обувь действительно полноразмерная. Значит, 42 размер у нас с вами тоже есть в наличии. А это бывает очень редко. Набирайте наш номер телефона, посмотрите, как хорошо сидят сапожки Илидия. Сделайте заказ сейчас, в эту минуту, потому что размерный ряд у нас очень хороший, пока есть в наличии. Ну и черный цвет. Ты знаешь, Лера, вот все-таки любимый, традиционный, под любую одежду. Согласна? Абсолютно с тобой согласна, Оля. Абсолютно универсальный цвет. И больше того, я вам скажу, универсальная длина. Обратите сейчас внимание на ножки нашей Танюши и обратите внимание на то, что до самой широкой части икры эти сапоги не доходят. Mm-hmm. Это значит, что если проблема высоких сапог для вас актуальна, то есть вы не можете их застегнуть на своей икре, здесь мы ее с вами решаем. Смотрите, сколько там еще места, сколько пространства. Танюша, обязательно измерим еще с вами и ширину голенища. Но для начала заглянем внутрь наших сапожек и увидим еще одну особенность сапог от бренда Marco. Во-первых, всегда я вам говорю о том, что в бренде Marco есть съемная стелька. Это очень важный момент. Стелька теплая, шерстяная. Смотрите, это эко-мех с добавлением натуральной шерсти. Mm-hmm. Густой. Видите, как у меня утопаю wow. буквально пальчики. Оль, ты знаешь, вот я считаю, что съемная стелька — это отличный вариант, потому что ее всегда можно достать, положить на батарею, конечно, погреть, просушить. Ножки будут теплее и комфортнее. И, конечно же, мех густой, полностью везде, по всему голенищу. То есть, смотрите, это не еврозима. Mm-hmm. Это сапоги, которые подходят абсолютно для любого региона нашей страны, даже для самого холодного. А на какую температуру рекомендуешь? Минус 20, заявляет наш производитель бренд Marco. Оль, но мы с тобой понимаем, что если мы надеваем шерстяной носок, если мы надеваем теплые колготки, то и все 30 эти сапоги выдержат. Внутри такая теплая шубка, так приятно опустить туда ножку. И до чего же комфортные сапоги от бренда Marco. Проверены временем. И, конечно, выбором миллионов женщин. Это те сапоги, которые вас будут выручать и не раз. До минус 20. Натуральная кожа внутри, шерстяной мех. Но это спецпредложение дня. Ограниченная, уникальная возможность забрать из прямого эфира и наслаждаться абсолютным комфортом. Вот про комфорт хотелось бы чуть подробнее. Ты знаешь, вот я терпеть не могу узкую обувь. И когда надеваешь в узкую, ну, туфли, ботинки, пальцы сжимаются. Настолько это некомфортно. А потом снимаешь, еле-еле их разжимаешь, чтобы привести себя в норму. Это точно. Как правило, это происходит за счет того, что у нас узкий очень мыс. И здесь у нас с вами такое не грозит. Мыс широкий. Мыс у нас здесь с вами еще ко всему прочему очень расслабленный. Называется форма нашего мыса мягкая каре. При
прекрасно это тем, что у нас с вами, посмотрите, пальчики как лежат расслабленно, легко, комфортно. За счет этого нам совершенно ничего здесь не страшно. И это значит еще и, кстати, дополнительное тепло, потому что ножки, вот когда расслаблены, как в варежках. Вот это вот, точно, знаешь? Когда сжаты все пальцы, скукоженные внутри, конечно, сразу замерзают. А в этих сапогах продумано все до мелочей. Пальчики лежат комфортно и не давят друг на друга, и не замерзают. 4999 рублей цена. Сапоги Элидия, спецпредложение дня на полную ножку. И, конечно же, здорово, что есть до 42-го размеры в наличии. Ну и, конечно же, еще одна особенность этого бренда, марку этих сапог, это у нас с вами непромокаемость. Посмотрите, мокрый снег, слякоть на дорогах нам не страшно. Я здесь мало того, что снега положила, еще и воды налила, для того, чтобы мы с вами убедились в том, что, посмотрите, литьевой метод крепления подошвы. Так. Это буквально, ну, если хотите, запаянная подошва, которая не позволяет ни одной капельки просочиться внутрь. Мы сейчас с вами в этом убедимся. Возьмем сухую салфетку, отправим внутрь. Смотрите, прямо, знаете, вот так вот посильнее даже вот это вот все сюда. Слушай, там с водой. Вот конечно, что конечно. Слушай, я сюда вылила воды прям так и ощутимо. И снег, и слякоть, и мокрый снег. Такая погода очень часто бывает в России, в разных регионах. И мы доказываем вам, что абсолютно сухая салфетка. Делайте заказы прямо сейчас. Специальное предложение дня пользуется огромным спросом. У нас, кстати, эти сапоги разлетались, и когда стоили почти 7,5. Но сегодня экономия значительная. Звонки бесплатные. И, конечно, на большую полноту найти в магазинах сложно. Марка, оно было, есть и остается самым процветающим предприятием нашего города, самым стабильным. 22 года назад я пришла на обувное предприятие «Марка», и вот с тех пор, честно, качественно стараюсь работать на своем рабочем месте. Наше производство как большой муравейник, где каждый что-то делает. От каждого приходит работа другому. И если где-то кто-то схалтурил, значит процесс весь рушится. Поэтому надо очень ответственно относиться. Вот так вот традиции, которые еще в советские времена разработаны ГОСТы, до сих пор используются, слава богу, при производстве обуви бренда «Марко». Республика Беларусь, огромный привет и спасибо пересылаем вам. Но теперь давайте углубимся в детали. Давайте, тем более, что детали важные. Мы с вами начали говорить о том, что это обувь с увеличенной полнотой. Из натуральной кожи. Да. Но что такое полнота? Это прежде всего, посмотрите, не только ширина стопы, но и обхват щиколотки. Я взяла сантиметровую ленту. 34 сантиметра щиколотка. Посмотрите, обычно это ширина голенища. Измерьте сейчас свою ножку, убедитесь в том, что для вас эта обувь подойдет. Это, знаешь, актуально подъем. Для кого? У кого вот в районе косточки бывает отечность. В том числе, и да. Потом не можем мы застегнуть наши сапоги. Здесь же широкая полнота. И в голенище в том числе. Давай еще вот тут вот измерим, потому что здесь очень важный момент. Ну а тем временем забирайте из прямого эфира, набирайте наш номер телефона и заказывайте. Размер в размер. Кожаные сапоги, а внутри теплая шубка меховая с добавлением натуральной шерсти. Ну что, давайте посмотрим. Здесь у нас с вами 40 сантиметров. И это обхват голенища. Мы с вами помним, что это высота не до самой широкой части икры. Смотрите, вот он, 40 сантиметров. Видите, вот оно, это расстояние. Это значит, что подходят сапожки на полную ножку, на высокий подъем до минус 20 градусов.